Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 172 тысячи километров. Заменю на нем сайлентблоки передних рычагов. Поднимаю автомобиль, снимаю рычаги и выпрессовываю сайлентблоки. Поднял автомобиль. Вот хочу показать. Сайлентблок ходит. И так ходит. И так ходит. Задние тоже надорваны. Где-то смотрел. Сейчас не вижу. И также вот этот сайлентблок. Но с этим сайлентблоком-то и весело. Он болт в коробку упирается. Придется приотпускать подрамник немножко. А так, в принципе, рычаг снять буквально 5 минут с пистолетом. Так, болт этот на 18, на 18. Через карданчик. Потом три гайки на шаровой опоре, гайки на 15, а нет, гайки на 16. Все. И задний сайлентблок. Так, две гайки. То есть здесь болты, два болта на 16. Ну и один на 18. Выдергиваю болт. Рычаг снят. Вот этот сайлентблок, его даже... О, задний слетел. Но здесь хоть шестигранник целый. А этот сайлентблок по следу видно, он сместился. Он здесь выбит. Ну вот, чтобы снять вторую сторону, я сейчас откручу вот эту подушку. А это даже не надо откручивать, от двигателя его отвязал. И все. Теперь поджимаю маленько подрамник. Ну и откручиваю болты, которые подрамник крепят к кузову. Так, этот.
этот через рычаг. И также с другой стороны. Этот даже до конца откручивать не буду. Вот и все. Подрамник можно приопускать. Так, приопускать. Но прежде чем приопускать, я откручиваю шаровую. Откручиваем вот этих два болта. И откручиваю вот этот болтик. Этот болтик у нас держит датчик на ксенон. Его я не брызгал. Все открутил. Пробую приопускать. Так, держит рулевая рейка, ее я отвязывать не буду, я просто сейчас перехвачусь. Ослабляю болт, головка на 18, накидным я ослабил его. Ну а теперь вот так вот беру ее, просто подламываю. Вот и все. Можно снимать рычаг. Рычаг снят. Задний саренблок точно так же. Резина разбита. И он в заднем саренблоке. Вот такие подвижки, что на одной, что на другой стороне. Ну попробую показать. Не знаю, получится, не получится. Так, я тут выеживаюсь с этими саленблоками. Беру рычаг вот так вот в отверстие. Болт с гайкой. И сюда его в отверстие. Эти пока сдвину.
Вот он, сырный блок. Ну, сейчас его достаточно отсюда ударить, и он выпадет. Вот он, сайлентблок. Эта сторона еще более-менее левая была. А сейчас покажу правую сторону. А вот правая сторона. Он вырванный и смещенный. Он гулял. Если левая у нас еще более-менее была. Беру новый сайлентблок фирмы Limfjord. Номер 299-1601. Левый, правый, они одинаковые. Вот такой вот сайлентблок. Ну и запрессовываю точно так же. Здесь силиконом все заливаю. Подставляю сразу оправку. От старого подшипника. Еще раз силиконом. И поехал. Вот и все. Сайлентблок сидит на месте. Но не совсем. Чтобы его посадить дальше на место, сейчас я отсюда болтом пробью его чуть-чуть пониже. Это резиновое кольцо выскочит. И я его поставлю на место. Часть вышла. Все. Сажу его обратно. Сайлентблок сидит на месте. Устанавливаю задний.
Задний саленблок тоже фирмы Limfjordr. 34 711 01. Левый и правый, они одинаковые. И так у нас вот так вот по шестиграннику его одеваем до конца. Все, он одет, теперь он здесь не болтается. Иду устанавливаю. Я эту гаечку наживил, саленблок вставил, вставляю болт. Поддеваю подрамник. Подтяну уже чурки под колеса, подложу и затяну вот эти саленблоки, а задние притягиваю. Можно убирать.
Вот и все. Рычаг один установлен. Ну, второй рычаг установить еще быстрее, чем тут. Вот и вся замена сайлентблоков передних рычагов. Сейчас единственное, ставлю колеса, опускаю автомобиль на чурки, подлажу, зажимаю эти болты, а потом уже ставлю защиту. И на этом замену сайлентблоков передних рычагов я закончил. Всего вам доброго!